Начинаем процедуру омоложения влагалища. Ну что, начнем? Пиздец, мне страшно. Как вы видите, процедура абсолютно безболезненная. Пациентка у нас лежит спокойно, ничего не чувствует. Среди бесспорных преимуществ лазерного воздействия отмечается абсолютная безопасность лазерного омоложения, короткий реабилитационный период, отсутствие необходимости проведения анестезии. Здравствуйте, меня зовут Донцолова Алана Васильевна, я врач-акушер-гинеколог клиники доктора Назимовой. Лазерное омоложение влагалища – это инновационный метод улучшения тонуса и эластичности тканей интимных зон, который во многих случаях является альтернативой хирургической пластики. Эффективность фракционного воздействия СО2 лазером обусловлена тем, что удаление микроучастков ткани обеспечивает эффект лифтинга, обновление и уплотнение ткани, провоцирует повышенную стимуляцию коллагена и стимулирует микроциркуляцию кровотока. Среди бесспорных преимуществ лазерного воздействия отмечается абсолютная безопасность лазерного омоложения, короткий реабилитационный период, отсутствие необходимости проведения анестезии. Основными показаниями для лазерного воздействия является опущение стенок влагалища, недержание мочи, сухость вульвы влагалища, изменение слизистой влагалища, связанные либо с возрастными изменениями, либо с гормональными нарушениями, синдром вагинальной релаксации, который значительно сказывается на качестве интимной жизни женщины. Сама процедура занимает не больше 20 минут, никакого дискомфорта при этом пациентка не испытывает. Во время процедуры мы можем менять параметры воздействия в зависимости от зоны обработки и показаний. Всего может понадобиться 2-3 сеанса с интервалом в 4 недели. Первые изменения будут заметны уже спустя неделю после проведения первой процедуры. Сегодня мы проводим интимное омоложение влагалища с помощью CO2 фракционного лазера. Для пациентки, которая обратилась к нам в клинику с жалобами на сухость во влагалище, на некую сексуальную неудовлетворенность, планируем мы провести 3 процедуры. Сегодня у нас первая. Мы начнем. Начинаем процедуру омоложения влагалища. Ну что, начнем? Пиздец, мне страшно. Не буду помнить. Алана Васильевна, расскажите, пожалуйста, по противопоказаниям к этой процедуре. Какие могут быть противопоказания? Значит, противопоказания лазерного омоложения являются беременность, онкологические заболевания, воспалительные заболевания и возраст до 18 лет. Как вы видите, процедура абсолютно безболезненная. Пациентка у нас лежит спокойно, ничего не чувствует. Сама процедура занимает минут 15-20 максимум. Процедура завершена. Ждем пациентку на осмотр через месяц. В течение 7 дней не рекомендуется жить половой жизнью, посещать сауну, баню, бассейн. Дальше ограничения все снимаются. Всего доброго!